Здравствуйте, меня зовут Денис Монаков, мне 12 лет. Я снимался в фильме... Ты живешь? Я живу в городе Москве, на улице Шарика Подшипниковская, дом 9. Я снимался в фильме «Сельский учитель», это сериал, в нем 8 серий. Мне очень понравилось там сниматься, было много актеров, было много моих друзей, которые там тоже снимались. Также я был на нескольких кастингах, но меня никуда не взяли пока. Я занимался дзюдо 3 года, у меня белый пояс, и я занимался гимнастикой. Раньше я занимался в студии «Экспонт», при театре «Экспонт», директора Людмила Петровна. Основала эту студию Людмила Ивановна Иванова. Сейчас я занимаюсь в детской тренинг-студии актер. Почитай мне что-нибудь. Я прочитаю басню Крылова «Кот и повар». Какой-то повар, грамотей, с поварней побежал своей в кабак. Он набожно был правил, и в этот день по куме тризну правил. А дома, стеречись ясной от мышей, кота оставил. И что же, воротясь, он видит? На полу объедки пирога, а Васька-кот в углу, припав за уксусным бочонком, мурлыча и ворча, трудится над курчонком. Ах ты, разбойник! Ах, злодей! Тут Ваську повар укоряет. Не стыдно и стен тебе, не только что людей, а Ваську в чонке курчонкой доедает. Как, быв честным котом до этих пор, бывало, за пример тебя смиренство кажет. А ты, ах ты, какой позор, теперь все соседи скажут, кот Васька плут, кот Васька вор, и Ваську да не только что в поварню, пускать не надо и во двор, как волка жадного в овчарню. Тут ридер мой, дав волю слов течению, не находил конца нравоучению. Ну что ж, пока его он пел, кот Васька все жаркое съел. А я бы повару иному велел на стенке зарубить, чтоб там лечение тратить по-пустому, где можно власть употребить.